Всем привет! Ну вот, прошла неделя. Прошла неделя уже моего отдыха. Я вернулась домой. У нас дома все прекрасно. Да, я показывала, жасмин еще не зацвел. Сирень отцвела, как и планировала. Люфа моя, слава богу, не засохла. Кое-что позасыхало без меня. В общем, дочечка не очень хорошо присматривала за моими растениями. Цветочки все, которые я сажала перед отъездом, принялись. Отдых был великолепен. Сколько у меня там? 14 минут. Отдых был великолепен. И, в общем-то, пора проводить обещанный розыгрыш. Про сам паровой утюг видео вот тут. Вот я вставляю ссылочку. Да, условия розыгрыша были подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях «хочу паровой утюг». Сейчас мы перейдем, посмотрим все это, проверим, чтобы не было других комментариев там, которые я не заметила. И проведем розыгрыш сам. Почему я прошу подписаться на канал? Хочу об этом отдельно рассказать. Для чего это важно для розыгрыша? Если вы действительно хотите получить эту вещь, то вам важно подписаться. Я не проверяю ваши подписки. Я не проверяю, насколько вы выполняете вот эти условия. Поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Да, я использую, сразу говорю, я использую только комментарии. То есть написали комментарий, я присвоила номер, и среди этих номеров разыгрываемся. Вы можете не подписываться на канал, но если вы не подписываетесь на канал, то вы не знаете, когда у меня приходит новое видео. Тогда вы будете обязаны просматривать для того, чтобы узнать. Вот на примере с ходунками выиграл номер 8, но он со мной не связался. Со мной связался запасной претендент номер 4 и запасной претендент номер 2. Ну, так как номер 4 был более первый, то, соответственно, ходунки я отправила ему, ну, номеру второму чуть-чуть не повезло, он был в шаге. Номер 8 вообще со мной не вышел на связь, ничего мне не написал, и я подозреваю, что этот человек, ну, либо был занят и не видел, либо просто-напросто не подписывался на канал и, соответственно, не видел этого розыгрыша и не знал о том, что он выиграл. Поэтому, если вы реально хотите получить ту вещь, о которой идет речь, то стоит подписаться на канал и стоит нажать после подписки на колокольчик для того, чтобы получать извещения о новых видео. Потому что, нажимая на подписаться, то вы будете видеть мои видео, это упрощает поиск ваших моих видео на YouTube. У вас есть раздел подписки, вы туда переходите, и там вы видите все новые видео с тех каналов, на которые вы подписались. То есть вот таким вот образом вы можете переходить туда и смотреть, появилось что-то новенькое у меня или на других каналах или нет. Если же вы, нажав на кнопочку «Подписаться», появляется рядом значочек «Колокольчик». Если вы нажимаете после подписки на этот колокольчик, то тогда, когда на канале появляется новое видео, у вас высвечивается всплывающее окошко. То есть вы получите у себя в трее извещение о том, что на таком-то канале появилось новое видео. То есть, ну, это еще больше гарантирует, да, вот в тех случаях, когда я говорю о том, что кто первый напишет, тому я и отдам, вот для таких случаев вот эти вот извещения очень важны. Дальше, что я еще хочу сказать. Мне в этот раз написала, по ходунка мне написала более 100 человек, по паровому утюгу более 50, при этом, ну, в розыгрыше сейчас, насколько я помню, 12 человек, то есть остальные не дошли до этапа розыгрыша. Ну что ж, так и есть, пока что так, пока что держимся на таком уровне, мне в принципе не важно, будет 12 или 100 человек, мне важно этап расхламления моего дома, мне важно, чтобы эта вещь приносила пользу, а не стояла и покрывалась пылью у меня дома. Поэтому я решила так, да, и мне многие, некоторые начали писать, в этот раз меня не посылали на 3 буквы, как с ходунками. Но мне некоторые люди написали, что вы устраиваете цирк, отдайте там куда-то. Ну, я не могу отдавать куда-то, решать самой, куда мне отдать, да, то есть мне пишут многие люди, у кого-то все хорошо, он просто не прочь получить, у кого-то все плохо в жизни, и он хочет получить по этому поводу, но я не могу решать, кому хуже, кому надо помогать, кому не надо, я не хочу отдавать дорогостоящие вещи первому написавшему, потому что очень часто первый написавший, это может быть человек, который постоянно сидит, мониторит вот эти вот все
ресурса, и он просто-напросто забирает и перепродает. То есть я даже видела рекомендации, как на OLX зарабатывать деньги, там и на других сайтах, мол, ищите, где продают бэушную стиралку, микроволновку, приходите, торгуетесь, покупаете за 200 гривен и перепродадите вы ее легко, там, работающую за 500, просто что это будет не так быстро и не самовывозом вы там отправите, потому что многие отдают, да, самовывозом. Вот, то очень многие, и я так слышу, такой очень неплохой заработок, забирать то, что отдают бесплатно, и перепродавать не спеша. Поэтому я решила делать розыгрыш, и чтобы мир, так сказать, сам решал, то есть кому эта вещь достанется. Вот, это, в принципе, мое вступление, почему важно подписываться на мой канал, почему важно ставить колокольчик, поэтому если вы хотите это получать, то... Сделайте это, и вы всегда будете в курсе всех последних моих обновлений. Я уже созрела, да, у меня есть один телефон ненужный, один смартфон ненужный, один простой телефон ненужный, я буду покупать новый. В общем-то, вот, у меня много чего вещей, я готова отдавать. Мне нравится вот этот процесс, когда я отдаю, отправляю. Вот мне нравится паковать посылочки, хотя иногда это и утомляет. Да, в следующем видео я покажу вещи, которые я собрала на отправку в село к знакомым и незнакомым, то есть, ну, они раздадут там по селу детские вещи. Вот, и что еще хочу сказать, еще мне, кроме пакования вот этих всех, мне нравится снимать видео, я не умею это все делать красиво, хорошо на данном этапе, но я стараюсь контролировать свою речь и улучшать, потому что я слышу у себя многие там БМЭ и прочее. Я стараюсь делать свои видео более приятными для вас, и я обещаю, что я буду продолжать развиваться в этом направлении, и я думаю, через год у меня уже будет лучший уровень и поведение перед камерой, и качество съемки, и качество монтажа, и прочего. Ну, к сожалению, у меня сейчас очень мало свободного времени, я встаю в 4-5 утра, чтобы вот это вот все делать, редактировать, вот. Поэтому я обещаю, что у меня все будет улучшаться. И также хочу сказать, что если вам интересна тема влогов, смотрите, да, там про путешествия, вот я сейчас буду выкладывать. Также меня интересуют темы там похудения, расхламления, мотивации, развития, саморазвития. Ну, меня много тем интересует, я буду снимать на эти темы ролики. Вот, и если вас интересует, то подписывайтесь на мой канал и просто смотрите. Дальше я еще хочу, у меня полно идей по розыгрышам, я очень люблю розыгрыши, у меня полно идей, и мне нравится дарить людям радость, и вот одна из радостей, которую я хочу добавить в наши в розыгрыши и в свои видео, то, в общем-то, первым 5 написавшим комментарии под этим видео я предлагаю перечислить, ну, по 10 гривен на телефон. То есть, в принципе, на данном этапе, думаю, потом я смогу больше, но пока я первым 5 перечислю 10 гривен на телефон пополняшки, и в дальнейшем я планирую в некоторых видео, да, раз в неделю точно, я буду делать такую вставочку, мол, так, первым 5 написавшим, хочу пополнить телефон, там что угодно, то есть хочу презент на телефон, первым 5 написавшим я буду перечислять, ну, на данном этапе по 10 гривен, потому что меня муж выгонит, я тут все вещи раздаю, деньги сейчас начну всем перечислять, он меня точно выгонит из дому, скажет, хватит уже, ты вместо работы вот это вот только все раздаешь. Поэтому да, поэтому важно смотреть мои видео полностью. Я понимаю, что там не всегда есть все прекрасно и все, но для того, чтобы иногда там интересно, иногда может быть что-то кому-то неинтересно. Но, в общем, если вы любите сюрпризы, то я их буду добавлять в свои видео. Да, и в некоторых видео я буду между кадрами, да, вставлять вот это вот: всем привет! У нас минутка сюрприза. Пишите, и я вам перечислю. Вот. Теперь мы перейдем к самому розыгрышу. Да, про сюрприз я рассказала, это видео является видеосюрпризом, поэтому те, кто это смотрит, пожалуйста, пишите и связывайтесь со мной. Как раз связаться со мной я расскажу чуть позже, сразу же после розыгрыша, чтобы и тем, кто выиграл, и тем, кто хочет получить пополнение на телефон, тоже мы могли с вами связаться. Я все это расскажу подробно. Есть очень клевые способы связаться. Вообще, я сама очень удивлена и очень рада. Сейчас я вам все расскажу дальше детальнее и подробнее. Давайте начнем с нашего розыгрыша. Итак, вот он. Это видео наше, да?
Так, смотрим здесь у нас сейчас 26 число, 9 утра. Я снимаю видео, ну, выложу, конечно же, чуть позже, так как его надо будет отредактировать. Ой, я нечаянно переключилась на другое видео. Тут нажимаю на паузу. Так, смотрим. Вот мы только что обновлялись. Ага, кому-то не понравилось наше видео, ну что ж, ваше право. Так, смотрим комментарии. 27 комментариев. Это значит, есть какой-то, скорее всего, неотвеченный. Давайте посмотрим сначала новые. Так, ага, вот он потерялся. Один. Сейчас напишем. Получается, здесь у нас был номер 13. И вот тут вот мы доставим номер 14. Да? Ваш номер 14. Кстати, я сменила аватарку. Видите, теперь такая серенькая, малозаметная. Но на самом деле это мой рисунок. Не мой, меня нарисовали. Да, это мой портрет. Мне он очень нравится. А вот тут цветочки появились, видите? А вот тут вот у меня отображается мой портрет. А вот тут вот цветочки почему-то сейчас отобразились. Цветочки это тоже мои, которые у меня росли на клумбе. Так, теперь у нас 14 человек, и мы идем на сайт Random. Вбиваем здесь вместо сотни 14. Ой, generate сотня. Господи, не туда нажала. Пытаюсь смотреть через экран камеры, и поэтому не всегда вижу. А когда я начинаю смотреть прямо не через камеру, то очень часто я снимаю вообще что-то соседнее. Так, 14 у нас человек, правильно? Да, 14. И нажимаем generate. Ба-ба-бам! 7! Номер 7! Я вас поздравляю! Так, теперь пишите, свяжитесь со мной. Как связаться, я расскажу чуть позже. Ну, сразу же сейчас запасных определим и сразу же все расскажу. Очень важно со мной связаться до завтра. Давайте где-то часов до 4 вечера, потому что раньше я дома не буду и не смогу, если что, сообщить всем людям, что вы можете писать и получить этот утёг, да, если со мной не свяжется победитель и те два запасные претендента, которых я сейчас выберу, если со мной не свяжутся до завтра, до 27 мая, 4 часов вечера, 16:00, то я выложу новое видео, да, сделаю и напишу, ребята, кому нужен утёг, кто первый написал, тот и получит. Поэтому, если же со мной свяжутся, то я об этом сообщу в одном из своих видео. К этому времени, до 4 часов, чтобы вы не караулили 4 часа. Ну, и напишу в комментариях, об этом я тоже пишу открыто, в комментариях под видео с паровым утюгом. Так, запасные претенденты. Номер 1, запасной претендент. Ба-бам! 6! Поздравляю вас, 6-й номер. И 2-й запасной претендент. 5. В общем, как-то рядышком оно все так. 7, 6, 5, да? А, даже не то, что рядышком, по убывающей пошло. Очень интересно. Скажу по секрету, да. Ну, посмотрим, может быть, свяжется, не свяжется. Какой номер свяжется, я не знаю, так как кому повезет. Я не загадываю, мне, в принципе, не критично, кто из вас получит. Я желаю вам всем удачи и желаю, если даже сейчас вы не получили этот утюг, то я желаю, чтобы вам в ближайшее время пришли деньги и вы могли свободно купить такую вещь, если она вам действительно нужна. Вот. Поэтому, но вчера я скажу, вчера у меня среди тех трех человек, я, как уже говорила, я немножко перепутала даты. Да, и вчера тоже провела розыгрыш, но до того, как опубликовала, я поняла, что мой розыгрыш был нелегитимен. И я обещала всем 26-го, и вот два человека добавилось до 26-го, но, в принципе, они не сыграли роли. Но вот я вам скажу, что номер 6 был и вчера у меня среди этих трех людей. А вот, поэтому посмотрим. Но претендент первый, номер 7, номер 6 запасной. Посмотрим, номер 7 свяжется или нет. Или такие реально
номеру 6 это очень надо. Ну, может быть, и номеру 5. Посмотрим. А может быть, вообще кто-то из вас, потому что эти три человека сегодня и до завтра до 4 утра будут заняты. Ой, 4 утра, господи, 4 вечера будут заняты. Посмотрим. Всем пока-пока, удачи. Сейчас я вам расскажу, как со мной связаться. Ну что же, паровой утюг у нас предварительно нашел своего хозяина. Если до завтра со мной не свяжутся, я напишу об этом. И тогда уже кто первый здесь на канале вот действительно подписан и поставил колокольчик, то тот, кто первый это увидит и напишет, тот и получит этот паровой утюг. Вот, что еще я хотела сказать. Сейчас я посмотрю, если я набросала, потому что я всегда перепрыгиваю и рассказываю не то, что я хотела. Почему смотреть полностью надо, я рассказала, розыгрыш мы провели. Как со мной связаться? Очень важный момент. Значит, здесь в описании будет ссылка на Инстаграм. Там у меня нету подписчиков, это я новый завела. Вы можете подписываться, можете не подписываться. На данный момент я не планирую его развивать, но вы можете мне написать в директ там свои контакты. Это первый вариант. Второй вариант. Прошлый раз, как со мной связалась девочка, которая отправляла ходунки, ну, она со мной не связывалась. Я под комментарием, и сейчас я пойду под комментарием, тоже напишу ребятам на Ютубе под розыгрышем парового утюга вот в этом видео. Я тоже им пойду, напишу, что вы выиграли, свяжитесь со мной. И в прошлый раз номер, да, тот запасной претендент, которому в итоге уехали ходунки, то она написала мне в открытую свой адрес на Ютубе. Я себе его сразу же заскринила и удалила этот комментарий для того, чтобы личные данные не висели в открытом. То есть я очень серьезно отношусь к личной информации. Поэтому если вы пишете ее открыто, я ее себе сохраняю для того, чтобы иметь возможность отправить, и удаляю. То же самое с телефоном. Вы можете сейчас, ну, номер телефона вы сразу не пишите, пожалуйста, вы напишите, что хотите пополнение, а потом уже в комментариях, чтобы я не удаляла, потому что иначе, если вы напишите сразу же номер телефона, я его заскриню и удалю ваш комментарий, то получится, что другие люди, да, то есть будет не первые 5, а там, ну, я удалю ваш номер, и получится там 4 комментария, хотя на самом деле я вам уже пополню. Поэтому, пожалуйста, пишите, хочу, чтобы мне пополнили телефон или как-то там, ну, то есть можете пошутить, вот, да, как про любой ценой. Самые оригинальные, я, конечно же, обращу внимание, я про них расскажу. Мне тоже интересно, кто как скажет. Вот, поэтому вы можете мне написать, да, ну, комментарий написать здесь обязательно для пополнения. Победителям не обязательно мне здесь писать, вы можете связаться со мной где угодно, оставить свои контакты под адресом, под вашим комментарием «Хочу паровой утюг», где вам присвоили номер, вы можете там мне оставить. Также еще на Ютубе сейчас появилась очень клевая функция, есть чаты. В описании к этому видео я сейчас ее оставляю, после того, как я отправлю паровой утюг и пополню всем телефоны, я удалю эту ссылку, да, чтобы мне тоже личку не заспамили. Вот, но сейчас есть ссылка под этим видео, кликнув по которой вы добавляетесь в мои друзья. Я не знаю, как оно там действует, не действует. И у вас сразу же появляется функция написать мне в личку. То есть на Ютубе сейчас уже можно писать в личку, но для этого вам человек должен прислать приглашение, мол, напиши мне в личку. Поэтому сейчас я под этим видео оставляю такое приглашение. Вы можете сейчас написать мне в личку. Да, ну, повторюсь, для тех, кто участвует в розыгрыше утюга, вы мне можете сразу писать в личку здесь, вы можете написать мне в Инстаграме, тоже тут есть ссылочка, и также вы можете оставить свои контакты под вашим комментарием «Хочу паровой утюг». То есть, неважно, где вы напишите, я все это сохраню. Вот, для тех, кто хочет получить пополнение, то пишите здесь, оставляйте комментарий о том, что вы хотите это получить, и связывайтесь со мной тоже любым удобным способом, либо же, как я вам отвечу, да, вы мне напишите свой телефон, и я его удалю из комментариев, то есть, если вы не хотите там в чат переходить, да, то мы можем в комментариях это проговорить, и я как только получу, сразу же удалю ваши контакты. Вот, в общем-то, как-то так.
Все. Единственное, что я еще скажу. Дальше у нас ожидаются в розыгрыше ходунки детские. Вот тут вот они у меня стоят. Ой, тяжелые. Я покажу. Они очень клевые. Они со стопами для лестницы. У меня есть лестница здесь в доме. У нас есть перепад между залом и кухней. Получается, как комната-студия идет, и две ступеньки. И, соответственно, ну, для меня было очень важно, чтобы ребенок не упал с этих ступенек. И вот эти ходунки, они со стопами, я вам покажу, как они работают. Они очень клево работают. У нас ребенок упал только один раз, ну и то потому, что он... Не потому, что он ехал, и стопы не сработали, а потому, что он приехал на самый край, и там сидел папа спиной, он не видел ребенка, и ребенок к нему тянулся, и вот на краю, получается, вот этой пропасти, он тянулся к папе, и, соответственно, произошло очень большое смещение центра тяжести, и он кувыркнул туда с этими ходунками. Вот такое вот у нас было, приключилось, поэтому нужно очень внимательно смотреть за ребенком, потому что если вы покупаете ходунки со стопами, то они клево работают, то есть вы можете не переживать, но если будет что-то привлекающее внимание ребенка, и ему надо будет тянуться, и он перевесит центр тяжести, то рекомендую только под присмотром. Вот, и либо ставить вот эти вот барьеры, если это проход на лестнице, на обычной лестнице, то рекомендую ставить защитные ограждения. Я, кстати, тоже, наверное, достану свои защитные ограждения, у меня это тоже есть. Я, наверное, их выставлю, отдам. Единственное, что я их использовала не для ребенка, а для щенковой, они там чуть погрызанные, но я мужа попрошу, чтобы он их лобзиком затер, чтобы не было каких-то этих... неудобств. Поэтому да, надо будет их достать и тоже выставить. Но, в общем, следующие у меня сейчас ходунки на очереди. В дальнейшем у меня еще там два телефона валяются. Тоже я думала их продавать, но теперь думаю, смысл их продавать. В общем, я не умею продавать, я не умею торговаться, вот это вот, что-то рассказывать, поэтому я вам покажу, какие они есть, вы посмотрите. Да, один простой кнопочный. Его я выставлю, как только куплю себе новый. У меня есть к нему... Там очень маленькая память для сообщений. Мне это не нравится, поэтому я хочу его выставить, продать, а себе купить еще какой-то другой. Я люблю кнопочные телефоны, поэтому у меня есть и смартфон, и есть кнопочный телефон. И, в принципе, я разговариваю по обычным, по кнопочным. А вот на смартфоне я пользуюсь как мини-компьютером. И больше смартфон, это у меня больше как видеокамера и средства для интернета. Вот, как маленький этот планшет. То есть телефон у меня больше для этих целей, и карточка там, которую никто не знает в телефоне, у меня она чисто для интернета идет. Поэтому да, звоню я по кнопочным и общаюсь я по телефону по кнопочному, по обычному, и поэтому у меня тоже для него важны требования. Вот, но он почти не разряжается, я всем так рекомендую, потому что у меня нет проблемы, что телефон разрядился, да, этот, понятно, его активно используешь, обычный телефон, да, смартфон, активно используешь, он садится, и потом ты сидишь без связи. То есть я никогда не остаюсь без связи в этом плане, потому что у меня телефон, который держит четверо суток, он обычный, простой, в нем ничего нету, он держит четверо суток абсолютно нормально, спокойно, когда был новый, то держал неделю. Поэтому я вообще, я его забываю заряжать, ну, то есть он может разрядиться только потому, что я его неделю не заряжала, ну, только по этому поводу. Ну, и то он даже когда разряженный и светится красным, то уже все равно он, то я еще сутки могу с ним общаться. В общем-то, я закругляюсь, потому что что-то я заболталась, простите меня, пожалуйста. Связывайтесь со мной, да, по тем всем способам, о которых я рассказала выше. Всем удачи. Да, сапоги тоже будут. Сапоги я тоже сейчас, наверное, ну, я не успеваю. У меня столько вещей, вот это вот, я за все хватаюсь. У меня сейчас на очереди еще одну посылку я вот в село хочу отправить, вторую посылку там у меня подружка собирает для детского дома, но там дети больше подростки, для подростков из трудных семей. Они там организовывают лагерь благотворительный, и вот я хочу им отправить. У меня дочка подросток, и есть кроссовки многие, то вот буду отправлять, буду перебирать обувь, и расхламление обуви я тоже сниму видео. В общем-то, если у кого-то есть тоже такое, пишите, я с вами поделюсь контактами, куда это можно отправить. Вот. Ну и, соответственно, дойдем и до сапог, и до всего, и до телефонов, и босоножки. Да, еще хочу сказать, если вы смотрите, пожалуйста, люди, вот у меня вот такой вот для маленьких деток.
слюнявчик или воротничок. Мне кто-то писал, пока я была на отпуске, мне кто-то, ну не в Ютубе под видео, а вы мне где-то в какой-то то ли соцсети, то ли на OLX, то ли на клубе, где-то мне кто-то написал, что он его хочет. Люди, пожалуйста, если вы видите это видео, напишите мне здесь в комментариях, потому что я потерялась. У меня больше 100 человек написали за ходунки, больше 50 человек за паровой утюг. Я реально, я пыталась, ну еще по мелочам, вот там вот писали по мелким вещам, по 5-7 человек на вещь писали, и реально я потерялась, я не могу найти, кто просил вот этот вот воротничок. В принципе, ну, если вы не видите, то, наверное, в общем, кто видит, кому надо, пишите, я отдам, отправлю без проблем. Все, всем пока-пока, удачи вам!